вообще, если говорить в целом о той Казани, это действительно такое заслуживающее внимание мероприятие, оно нам по духу близкое, да, то есть, как бы, если мы делаем уклон в сторону музыки, то той Казан в сторону кухни, да, разнообразие не только кухни, но там и спортивных состязаний, и парад костюмов и тому подобное. Мы, как Spirit of Tengri, как Tengri FM, не могли остаться в стороне и пригласили очень, на самом деле, очень серьезную, хорошую команду, которую мы даже мечтали, чтобы она попала непосредственно на фестиваль Spirit of Tengri. Ну, я думаю, в следующем году они будут. Это тувинская группа Хунхурту. Это один из первых коллективов, который вообще пробил брешь кочевой музыки туда, на запад и дальше. Это люди, которые объездили практически весь мир. Нет ни одной концертной площадки в жанре этно-олд, где бы не работали Хунхурту. Вот. Кстати, солист группы Хунхурту Радик Тулюш – частый гость. Да, и благодаря ему мы, естественно, сконтактировали и с нетерпением ждем эту группу. Наверное, это будет самая, скажем так, продолжительная программа на той Казани. Вот. Потому что мы ожидаем где-то час-полтора. Потому что с ними в обойме еще и выступит наш Нариман Исенов, диджей. То есть там состоится такой синтез этники с электронной музыки. Понимаете, это тоже один из редких фестивалей, который сделан для людей, людьми для людей, понимаете, когда все должны себя чувствовать как дома, да, и в то же время должно не покидать вот ощущение праздника, поэтому атмосфера ожидается такой очень интересной и необычной.